Всем привет! У нас ветрено на улице, я в шапке. Зато мне не холодно, и вообще я чувствую, что я приболела после выходных, проведенных вместе с Таней, но вы поняли, про кого я имею в виду, про кого я говорю. Вот мы ее вчера проводили, она уехала, и все. Убирали вчера такое. Хотим поздравить нашу Вику. Виктория, она подписана, ее многие знают. Она часто была у нас и на эфирах, и совместную трансляцию проводили с ней. И в комментариях интересовались, родила ли она была беременна. Так вот, мы можем торжественно вам заявить, что Вика родила. Поздравляем ее. Пишите, пожалуйста, в комментариях поздравления, пожелания какие-то ребеночку. Я думаю, Вике будет очень приятно прочитать. И она, я уверена, действительно будет читать эти комментарии. И мы от себя с Настей поздравляем Вику. И лично ей написали. Потому что она нам сегодня утром написала, что она родила. Сегодня 23 число. Отличное число. У меня тоже 23 числа день рождения. Поэтому да. Поэтому это я шучу, конечно. Но мы очень рады. Здоровья ребеночку, всего самого хорошего. Всего самого лучшего, чтобы ребенок рос, не болел, всегда был здравым. И чтобы радовал родителей. Да. Всего самого лучшего, Вика. Я думаю, ты нас поняла. И ждем ваши комментарии, тоже поздравления и пожелания. Да, напишите, как вы думаете, кого Вика родила, девочку или мальчика? Да, тот, кто не знает, напишите, да. Игра, можно так сказать. Как вот, знаешь, на свадьбах есть, типа, угадайте, кто там, девочка или мальчик. Вот и вы напишите. Кого, Вика, кстати, очень популярная вот это. Ну да, на праздниках. Не знаю, как это называется. Там, короче, типа шарики. Ну да. Или там какой-то флакон. Да. Гендер. Боже, что мне. Мы были только что в магазине, и то, что произошло, я до сих пор не могу отойти от этого. Забыла. Я вон почему вообще в стрессе. Ладно, это расскажем, наверное, не здесь, потому что мы тут встали посреди дороги. Иду и думаю, почему я такая опухшая. Наверное, много воды на ночь выпила. А, семечки еще ела, которые мы с Украины привезли. Еще после курсов поспала придачу. Поэтому да. А почему, кстати говоря, опухшая от семечек? Потому что они соленые. Я думаю, что из-за этого все так. И этот график, нормально не спали. Ну да. Ну, пока она у нас была в гостях. Поэтому состояние такое, и вид, соответственно, тоже такой же. В общем, что ты натворила? Рассказывай. В магазине? Да, в магазине. Что именно я? Почему вот это не нравится, когда Аня всегда говорит, типа я. А кто? Ты положила? Хорошо, давай по сути. Короче, мы сначала были в супермаркете Нетто. Там сделали закупочку, да. Потом нам надо было купить нори. А нори есть только в Эдеке. Да. Именно такой по выгодной цене и по количеству штук. Пошли мы в Эдеку. И соевый нам нужен был. Что покупаем мы? Ну, вернее, выбираем. Видите, я вообще не могу разговаривать. Выбрали мы эти нори, этот соевый и колу я взяла, потому что там была акция с ванилью. Мне очень нравится эта кола. Без сахара. Да, колу майонез ты несла в руках. И майонез. Да, соевый, как оказался в пакете, но Аня мне напомнила, как только мы подошли на кассу. Да, как только мы подходим на кассу, я смотрю, в пакет соевый, выкладывай, Настя. Она выложила. На нори я не обратила внимания, либо у меня просто, вылетело, да, из головы. Я как-то не сообразила, что мы же еще и нори взяли здесь, а не там. Короче, наша очередь на кассу. Я еще иду вперед с пакетом, это прохожу, жду, когда Аня рассчитается.
продуктами вот эти. И кассир просит нас показать пакет. Она смотрит первый раз пакет. Ты будешь говорить или я? Ну все. Нет, ну просто я тут себя, ну я должна вот так смотреть в камеру и типа молчать. Ты же меня Давай тогда снимаешь. Ты снимайся. Не, ну подожди, когда ты меня снимаешь, ты тоже говоришь, я еще дальше. Короче, я ей говорю, что это с другого супермаркета и даю чек. Соответственно, не догоняю, что у нас там нори этого магазина. Нетто. Ой, фу, не Эдеки. И короче. Потом я смотрю. И все-таки понимаю, что там нори. И говорю, нори, типа. И Настя достала нори, покраснела. Я тоже покраснела, потому что, ну, блин. Ну, что попало? На первый раз посмотрела. Я вообще не могу. Не заметила, присела. Потом что-то она думает, опять встала, посмотрела и увидела эти нори. И, типа, ну, я уже их достала с тобой. Ну, она бы, может, да. и не заметила, если бы мы сами не сказали. Типа, но сама суть, типа, ну... Конечно, нет проблем никаких. Ну, все равно неприятно, и я покраснела, как не знаю, что. А я, кстати, ребята, знаю много ситуаций, много знаю таких плохих людей, которые чудят в магазинах, именно в каких-то, видимо, уже определенных магазинах, которые знают продавцов или что, и просто могут автоматически там закинуть, выйти с пакетом. Ну, есть вообще клептоманы, которые это делают для своего... адреналина и здесь такое нет. тоже есть. Здесь знаешь? Да. Это кто? Есть сумасшедшая бабка. А. Ну она что не постоянно делала. Куда нам знать сейчас? Ну ладно, мы просто один раз это видели. Я не понимаю на самом деле. И то это не было прям так, Настя. Ну я не знаю. Я вообще даже не помню, что там было. Ну то ей. Мне вообще пофигу. Сама суть, я говорю, что в нашей ситуации это произошло автоматически. Я как бы не думала. Мы шли просто уже обратно. Ну, типа, мы редко бываем в Эдеке. И раз большой, очень, кстати, магазин. Супермаркет да, большой. И как бы продуктов много было интересно. Уже новогоднее что-то в них там есть. Ну, много-много всего продуктов и всяких там штучек. И, ну, идешь обратно, рассматриваешь все. Мы что-то рассматривали, уже на кассе. А, проснулась. Здравствуйте, покажите пакет. Ну, как-то так. Я, конечно, с Аней извинились, да, конечно. Она сказала, типа, all is good, ну, все нормально. Ну, как-то так. Так что, ребята, будьте внимательны. То все может ну, быть... да, неприятная ситуация. Все штрафуют. Ну, а могла бы, может. Конечно. Я не знаю. Напишите в комментариях, вы попадали в подобные ситуации? Ну, вообще. Ну, я такое слава очень Богу. Не люблю. Все хорошо. Да. Или как нас... В Украине когда-то за проезд женщина не заплатила, а ее кондуктор, что ли, мимо нее прошла. И потом вот эти контролеры, и она доказывала, что, мол, что кондуктор прошла мимо нее, и типа она не знала, ну короче. У нее тоже такой стресс был, покраснела. И вроде как, ну, никакого штрафа и не было. Ну, это в Украине еще было. Поэтому надо как-то быть более внимательными. Реально. Так, не обращайте на мой вид, потому что у меня была прическа. Я делала локоны вручную, без Дайсона, как обычно. Опять? Не получилось, поэтому я сейчас на улицу так чисто хвостик сделала. Мы вообще как какие-то эти. Да, надо привести порядок. Как-то так, как-то так. Да. Погода, кстати, нормальная. Думаю, что прохладнее будет. Не да, знаю. Погода нормальная. Утром холодно, конечно, очень. Жду свое скоро день рождения. Не знаю, что буду делать, потому уже что ждут. Финансы не позволяют. Финансы поют романсы? Да. Я хотела бы, Аня, говорю, давай, я говорю... Не знаю, знакомых никого не хочу звать, потому что люди. Кто-то занят, кто там, знаете, бывает такое, типа, зовешь всех, они говорят, да-да-да, а потом получается такой момент, что приходит один или, ну, один человек да. со всех, типа, а смысл? Я вообще этого? Уже против таких дней рождения, вот это готовка, да, не хочу я уборка, это. Ради чего? В дальнейшем я сказала, может, там, типа, неинтересно что-то вообще. Придумаем, может, какой-то такой... кафе, ресторан сходить, посидеть, что-то покушать. Да, вообще сейчас все. Пособия снимать будут каждый месяц по 50 евро на протяжении 3,5 месяцев, наверное. Ну да. Да. У меня 180 евро долг или 170.
375, я уже не помню. Ну, будем думать, как оно... Тому не знаю, что я буду дарить Анастасии, ну, что-нибудь придумаем. Мне ничего не надо. Напишите ваши советы, как можно... О, Господи, ребенок упал. Где его родители? А, вон мама такая стоит, типа, ну, упал, упал. Бывает. Напишите ваши советы, рекомендации, как можно отметить Настин день рождения. Еще, конечно, времени ого-го, 2 недельки где-то, да? 2-3, да. Но все равно будет интересно почитать. В общем, все, не забываем поздравлять Викторию. Да. Еще раз поздравляем. Всего самого лучшего, да, желаем. Вот. И вы пишите. Все. Всех вас обнимаем, любим, целуем. Пока. Пока.